Сейчас волонтерские сообщества Омска и области уже активно готовятся к участию в Доброфоруме. В преддверии этого масштабного мероприятия мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них и узнать, как продвигается работа и что они предложат вниманию своих коллег 6 марта. Для вас проведут тренинги, мастер-классы по личному росту, лидерским качествам, ну и все, что с этим связано, чтобы вам более эффективно работать в органах студенческого самоуправления. На Доброфоруме волонтеры Победы представят квест, к которому могут присоединиться абсолютно все участники мероприятия. Эта площадка позволит не только интересно провести досуг, но и приобрести новые знания по истории. Доброфорум для нас – это площадка, где мы можем поделиться своим опытом и впечатлениями, познакомиться с новыми ребятами, пригласить к нам в команду кого-то. Также мы работаем и ищем партнеров и спонсоров на Доброфоруме. Например, многие наши ребята вступили в ряды волонтеров Победы именно после Доброфорума. И это очень хорошая площадка для того, чтобы найти свое призвание, узнать о каких-то новых добровольческих движениях, которые появляются в нашем регионе.